Bibris.ru, английский для всех. Урок номер 23. Вопросы how much, how many. How much и how many – это вопросительные слова, чтобы спросить, как много. Есть также типичный вопрос how much is it. Он перевод дословно как много это. На самом деле он означает, сколько это стоит. Как спросить, сколько стоит эта книга? How much is the book? Сколько стоит этот курс? How much is the course? Сколько стоит рыба? How much is the fish? Сколько стоит мясо? How much is the meat? Сколько стоит молоко? How much is the milk? И так далее. Теперь разберем, в чем разница how much и how many. Для выбора того или другого мы смотрим на существительное. Если существительное исчисляемое, то тогда мы используем how many. Если существительное неисчисляемое, то тогда мы используем how much. Например, спросим, как много у тебя английских книг? Книги исчисляемые, и мы используем how many. И получается, how many English books have you got? Теперь зададим другой вопрос. Как много у тебя денег? Деньги в английском языке неисчисляемые. Значит, используем how much. И получается, how much money have you got? Переведем теперь некоторые вопросы на английский язык. Сколько у нее детей? How many children has she got? Сколько у тебя работы? How much work have you got? Сколько у нее хороших друзей? How many good friends has he got? Сколько у нас хлеба? How much bread have we got? Сколько у нас новых проектов? How many new projects have we got? Теперь повторим еще раз то же самое, но уже без русского перевода. How many English books have you got? How much money have you got? How many children has she got? How much work have you got? How many good friends has he got? How much bread have we got? How many new projects have we got? Теперь же хорошо прослушать данный урок несколько раз, пока не будет выучен материал, и затем перейти к соответствующим контрольным заданиям с автоматической проверкой, выложенных на сайте.